Афганцы ждут, когда захватившие власть талибы сформируют правительство. По словам представителя радикального движения «Талибан», Забихулы и Муджахида, сделать это планируется как можно скорее. Муджахид заявил, что женщин в новом кабинете не будет. Посредниками в общении талибов с внешним миром выступают Катар и Турция, в частности, по вопросу восстановления работы Кабульского аэропорта. Эту тему обсудили в Анкаре главы МИД Нидерландов и Турции. Мы и ранее выражали готовность взять на себя ответственность за безопасность как непосредственно в воздушной гавани в Кабуле, так и в районе аэропорта. Сейчас Талибан в Афганистане и еще некоторые страны предлагают Турции сотрудничество, чтобы выполнить эту задачу. В столице Катара Дохи провели переговоры министры иностранных дел Великобритании и Катара. Дипломаты также обсуждали вопрос возобновления работы аэропорта в Кабуле и беспрепятственного выезда из Афганистана всех желающих. Важно, чтобы талибы продемонстрировали свою приверженность обещанию обеспечить безопасные коридоры и свободу передвижения как для жителей Афганистана, так и для тех, кто желает покинуть страну. Мы взаимодействуем с талибами, а также привлекаем Турцию, если она сможет оказать техническую помощь на этом фронте. Тем временем власти Пакистана закрыли на несколько дней, по соображениям безопасности, контрольно-пропускной пункт Спинбалда-Чиман на границе с Афганистаном. На переходе поставлены заграждения.